перископ майки .орг. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Привет. Всем большой привет. Кто чем занимается, товарищ? Всем привет, привет. Давайте кого-нибудь вызовем. Анжулис, привет. Адам, привет, старик. Маришка, привет. Сейчас подождем чуть-чуть. Ялта. Крутой город очень. Я ничего не делал. Я приехал на студийку для того, чтобы проверить пару моментов. Мойша, если ты меня видишь, все с треком, с витаминами нормально. Что-то ты кипиш навел, блин. Напугал всех, блин. Крым отлично. Крым я лучен. Я на самом деле хочу поздравить всех жителей, как сказать, Украины еще с новым президентом. Я надеюсь, этот президент будет, не будет ссорить наши с вами страны. Вот. Я надеюсь, что он все сможет сделать правильно, чтобы людям было хорошо. Где-то же должен быть нормальный президент, который должен управлять вашей страной в позитивную сторону куда-то. На Камчатку не знаю пока еще. Все жители земли с землей. Легалайз будет. Я туда перееду жить, на Украину. Настроение отличное. ЛНР, привет. Привет. Вот. Молдову планируешь? Я не знаю. Я никуда на самом деле пока не планирую, кроме Питера и Москвы, потому что, ну, пока что-то этот. Не знаю, пока хочется подготовиться к презентации нормально. И сделать нормальные концерты в Москве, в Питере, чтобы отрепетировать и дальше уже с ними спокойно ездить. Летом намечается вообще тур по идее по югу. Краснодар, Ростов и так далее. Симферополь, Севастополь. Первый раз отметил. Так. Калининград. Питер 24 мая. Как это заведение называется? Забыл. Прикиньте. Винница, по-моему. Прими эфир. Здравствуйте, моя любимая женщина Лана Реутова. Что, блядь, не пугайте меня этой фамилией, пожалуйста. Я даже боюсь представить себе, что происходит. Белоруссия, наверное, в Минск поеду. Big Baby Tape. Слушай, прикольный чувак делает музло на самом деле. Оно просто прикольное, веселое музло. Без каких-то понтов и так далее. Так, в Нальчике не знаю пока еще, к сожалению, пока не понимаю, когда буду в Нальчике выступать и буду ли выступать вообще, потому что, так сказать, парни, которые живут в Нальчике, не совсем, мне кажется, ценят нашу музыку, ну вот, меня, говорит, заблокируй. Так, привет, Антуан. Мои песни не убрали с iTunes, мы выпускаем новый альбом. У меня 3 мая выходит альбом. И все, вот это то, что вся музыка, которая ушла с iTunes, она переходит в главную компанию, в одну. И мы, так сказать, собираем все в одну точку. Все, весь материал. Девчонки,
Тут задают вопрос, какую капусту брать на голубцы. Я не знаю, к чему это вообще. Вы послушали мой сэмплер? Вот вы сидите, тут вас совсем немного, но вы послушали мой сэмплер? У меня вышел сегодня сэмплер. Вон, сейчас будем посмотреть, что везде раскидывают. Что вы тут нашли, я не понимаю вообще. Белая вдова, ну как тема? Ну неплохо, наверное. Вы что, наркоманы, что ли, там спрашиваете такие вещи у меня? Я здоровый человек. Я живу здоровым образом жизни. Меня ЗОЖ. Заебатый образ жизни. Слушай, я не езжу, меня не пускают. Нельзя к вам ехать, мне сказали. И я как бы не, при всем уважении не готов поехать, чтобы меня там закрыли. Так. Общаюсь с народом, не видите, что ли? Пытаюсь. Фит со мной, ничего не надо делать. Но мы скоро выложим трючок, каждый сможет нам написать туда свой куплет. Да, наркотики это зло. Самое зло это трава, товарищи. Это, короче, секундочку. Давай познакомимся, я сейчас наберу тебя. Трахсань... Аноха и Резовый. Я не знаю пока. Я не... только написал на него куплет. Алло. Привет. Привет. Ты ничего такой, нормальный. Давай будем знакомиться. Давай познакомимся. В смысле? Ты что, офигел? Я тебе дам, блин. Давай знакомимся. А у тебя есть собака? У меня их три. У меня их три. Ничего себе, представляешь? А если мы будем жить вместе, у нас будет 6 собак. 6 собак. Ламбургер. Ламбургер. Нормальная тема, ламбургер, кстати. Надо замутить ламбургер. Ланкуш и ламбургер. Продавайте вместе ланкуш и ламбургер. А твое что? Это будет компания... Птах Интеркорпорейтед продалась. Кстати, о собаках. Чё, хоть приют открываете? Ну, как вариант. Да, у нас будет 6 собак. Я не готова. Почему? Ну, потому что. Потому что я устала полы намывать с утра пораньше. А вот ребенок что делать будет? В смысле? У меня будет ребенок, что я буду делать? Да. Пусть мне говорит, я замучилась с одним подгузником. Этот, как его? Подбирать. Зависла. Ты зависла, любимая. Короче, я буду работать. На, тебе привезла Катя, кстати, подарок. А, хорошо. Они с Димоном заезжали и привезли тебе подарок. Вот такой. А, я знаю. Вот так. Короче, ладно, все, давай. Я буду другую телочку какую-то кадрить. Ты что-то не кадришься. Ты что, офигел? Я тебя люблю. Я шучу. Что такие шутки дурацкие? Я... Ну-ка, отписывайтесь все от него. Он не смешно шутит и вообще. Птаху пока не отпустят, домой не пускают. Ладно, ладно, давай, люблю тебя. Буду работать. Ну и не звони мне больше, все. Ну вот у нас, видите, какие отношения. Для тех, кто... Как раз вот вы увидели, что все хорошо у нас. Постоянно пишут, что мы расстались. Или еще какую-то хрень. Ну вот, отписались все от меня. Блять, что за пиздец. Кому ответишь? Вы льва приютили или нет? Ту-ду-ду-ду.
что, блядь, происходит? Короче, вон тут начинаются, блядь, какие-то умники появляются. Ну-ка, секундочку. Короче, я с вами совсем прощаюсь. Пока, пацаны и девчонки.